После январских погромов было много пострадавших и среди полицейских. Почти 300 силовиков придется уйти из профессии. Военнослужащие и стражи порядка после полученных ранений не смогут служить. Многие останутся инвалидами, рассказал начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов. В больницах остаются 273 стражи порядка. Некоторые до сих пор в реанимации. Всего ранения и травмы получили более 3000 силовиков. В те дни за медицинской помощью обратились около 3000 гражданских. У многих были огнестрельные ранения, колото-резатые раны. Больше 800 пациентов уже выписались.